Друзья, всем привет! Сегодня хотел бы показать вам один из интересных автомобилей из Японии. Вот чем Япония славится: кейкарами, такими маленькими удобными коробками. У нас здесь сейчас на видео представлен Nissan Dayz Rocks. Очень интересный автомобиль. А чем он интересен, мы сейчас с вами посмотрим. Оценка у данного автомобиля 4 балла и пробег 126 тысяч километров. Аукционный лист будет показан на экране. Можете поставить на паузу и все посмотреть. А сейчас давайте посмотрим на этот Nissan Dayz Rocks повнимательнее. Выглядит снаружи автомобиль компактно, но внутри вы будете удивлены, потому что места там много. Бесключевой доступ. Открываются боковые зеркала. Открываем дверь. Дверь открывается на очень широкий угол. И дверь сама большая, массивная. Вот так выглядит салон. Здесь у нас представлена из опции это система старт-стоп и одна электродверь. Руль обычный пластиковый. Магнитола. И климат-контроль присутствует. Массивная торпеда. Реально очень далеко от лобового. Много места, много воздуха, много пространства. Сплошной передний ряд. Есть подлокотник. Прикольные подстаканники с обоих сторон, как у пассажира, так и у водителя. Бардачок. Вот такой вот задний ряд. Электродверь у нас одна, и она только с левой стороны. Давайте я вам продемонстрирую. Все работает, все функционирует. Места предостаточно. Также присутствуют шторки. Вот я только что ее одел. На заднем ряду присутствует столик. Также с отверстиями подстаканники. В дороге что-то поставить, попить, покушать. Очень удобно. Также присутствует крючок, на который можно ставить сумки, вешать сумки. Под пассажирским сиденьем есть такой отсек на 2 килограмма. Можно тоже что-то положить. Очень удобно. Давайте посмотрим, как запускается Nissan Dayz. Можете видеть, здесь у нас режим камеры. Очень удобно парковаться в городе. Камера увидена в зеркало заднего вида, а не как мы уже привыкли в магнитолу.
можно посмотреть левую сторону, можно выключить. Обратите внимание, какие большие обозначения климата. Климат-контроль сенсорный.